Ребят, что у вас ассоциируется со словом Сибирь? Вот. С рекой Енисей, с горами Саяна. Вот. Наверное, снег, наверное, пустота, да, наверное, хладрыга. Я сейчас на Енисее, да, вот с той стороны река. Вот. Если мы повернем чуть-чуть в сторону, да, вот, смотрите. Это абрикосы. Классно, да? Это Сибирь, ребят. Если даже в другую сторону повернуться, да, то есть вот, смотрите, вот опять растут, вот, и там то же самое, то есть здесь целый огромный сад, вот. Вот мы сейчас уже почти час ходили по нему, вот, я много чему удивился на самом деле, вот. И очень рад, что у нас в России, вот, есть очень много людей, которые действительно волшебники, которые творят просто вот реальные чудеса, вот. Когда здесь вот растут персики, которые не замерзают при 40 градусах мороза. Вот, но это, наверное, тоже чудо. Вот такие вот у нас есть люди. Добрый день. Хотим вам показать богатство сибирской земли. Никто не может предположить, что в Сибири такое может быть. Хотя у нас есть все. Те абрикосы и шелковица, и яблоки, и груши, и даже наше место называется абрикосовым раем. Это уникальное место в излучине реки на склонах гор, где растут совершенно уникальные сорта. И мы можем вас научить, как это можно перенести в любую точку земного шара. На Северный полюс. Я думаю, со временем можно и туда.